Да, Иван Петрович, я вас поняла, никого не пускать. Хорошо. Странствуя по свету, словно птица, преодолевая жизни путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он идет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет мне в прах, целуя нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Нет, может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не спрашивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. За безумной силой я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Правда весело. В отечественном кинематографе роль Остапа Бендера играли несколько очень популярных, я бы сказал, выдающихся актеров. И вот теперь Алексей Ягудин. Правда, это не кинематограф. Но он Бендера изобразил очень...